Лето. Наверное, самое ожидаемое время для каждого человека. Кто-то выезжает отдыхать на берег Черного моря, кто-то выезжает с семьей на дачу, а кто-то предпочитает загорать на местном пляже. Как проходит лето у горожан, спросим у ульяновцев. Я вообще прекрасно провожу летом, потому что приехала сюда на Волгу из Калининграда и сейчас встретилась со своими родными и очень чудесным. Погода, конечно, жарковатая, но в то же время очень комфортно, потому что рядом любимые люди. Да, я хожу на пляж, я каждый день стараюсь гулять со своими друзьями и езжу с родителями на природу часто. Я обычно лето провожу на даче или уезжаю, в основном и люблю по России путешествовать. Лето мы очень много гуляем, тренируемся, как бы за здоровый образ жизни. Ну, как раз таки в лагерь на море отправляюсь. Ну, наверное, домик сниму какой-то на нашей Волге. Ну, я по большей части с друзьями, мои любимые походы, выбираемся куда-нибудь на природу. Мы вот собираемся съездить в середине июля в Питер. Мы уже забронировали гостиницу, надеюсь, хорошо проведем время. Запланировали посещение Зимнего дворца, Русского музея, ну и, конечно, Павловска. Пока в работе, дети у бабушки в деревне. Мы отдыхаем от них, но работаем. Конькобежным спортом занимаюсь. Вот сейчас на тренировку иду. Потом с утра на работу хожу. Вечерком с друзьями встречаюсь, там гуляю. Пляжный отдых, море впереди. Ой, очень замечательное лето. Я потому что сам с Севастополя. Вот, и приехал в родные края. Очень здорово, классная погода, очень насыщенная жизнь в Ульяновске. Все очень классно.